Спонсор ролика – интернет-магазин компьютерных игр steampay.com, где ты сможешь приобрести оригинальные ключи для Steam и Origin по самым лучшим ценам. Ссылка в описании. Чё, как дела, бро? Меня зовут... Пэрпа! Простите, я немного приболел. Я не знаю, что происходит. Эдгар укусил меня несколько дней назад. И теперь не здоровится. Моя кожа с меня слезает. И у меня непреодолимое желание играть в «Ходячие мертвецы. Дорога к выживанию». Это именно то, что мы будем делать сегодня. О, взгляните, это же Рик. Я реально хотел бы пожевать его соски. А, надо бороться вместе. О, взгляните, это я и мой друг. Нет, Рик, зачем ты стреляешь в меня? Херши, черт подери! Херши можно врубить адреналиновый раш. Он убил моего друга! Черт подери! Окей, я должен выбрать один из двух вариантов развития событий, но я немного на другой стороне в этой игре. Спускаемся вниз, следим, что у нас за спинами. Эти люди слишком сильные. Черт! Рик, приготовься, черт! Атакуйте самого сильного противника, что он сильнее больше. Окей, мне все равно этих ребят. Даже если они умрут, мне все равно. Ходячие мертвецы, дорога к выживанию. За 10 месяцев до этого. О, окей, клёво. Кусающий пьюц. А я могу построить себе дом. Отлично. Построю себе лагерь. Построю себе красивый дом. С прекрасным садом. Где могли бы гулять мои друзья. О, а вот и мои друзья. Что вы там делаете? Я вижу свое отражение в айпаде, и это отвратительно. Если бы это все было реально. И все запланили. Ходячие. Я, наверное, очень быстро бы сдался. Я бы, наверное, дал бы себя укусить, как ты ни было. И просто принял бы это. В смысле, я выгляжу же реально неплохо. Не думайте так. У них ружья. А у нас нож и херовая бейсбольная бита. Но мы надрали задницу. О, да! Вы спасли выживших от нашествия ходячих. Черт! Они мой завтрак, черт подери! Дерьмо, ходячие! Выстрелы привлекли их. Ладно. Это мои друзья! Отвалите! Я не знаю. Нет! Они проигрывают! О, она прекрасна! Марция! Нет! Марция! Да, приветствую пули, детка. Воу. Дэвид, это конец. Всему конец, я обезумел так жить. Да, это отлично, сделай это, Дэвид. Успокойся, мы только начали здесь. Нам теперь надо что-то выбрать. Это безумие, здесь место для всех. Не делай этого, PewDiePie. Скажи ему, мы нужны ему. Правда? Черт, нет. Сказал ему убить себя. Это ужасно! Вернее, это отлично. Это отличный завтрак для меня. Он пристрелил себя. Мужик. Это хардкорно, мужик. Это мрачно. О боже. Они схватят меня сейчас. Да! Это самый лучший момент! Ешьте их! Ешьте их! Тут что, еще есть и чат? И чуваки отвечают не то же самое. Мне придется нарушить мои принципы и убить их, чтобы показать прогресс для вас, бро. У нас есть люди у ворот. Ты кто? Меня зовут Рик. А, да, это Рик. Это Мишони? Это Глен? О, мой бог, Глен. А, Мишон, да. Это круто. Знакомые персонажи. Вот бы их съели. Кто написал мне? Да, мясной мешок, это все из-за твоего вида. Что? Как ты посмел? Ладно. Это реально классная игра. Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы сами могли посмотреть «Ходячие мертвецы. Дорога к выживанию». Эдгар, как ты смел? Ты узнаешь меня? Я нравлюсь тебе таким? Может, поцелуемся? Пьюс, пожалуйста, нет. Давай. О, да, вот так тебе нравится. Ладно, бро, я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Нажмите на кнопку лайка, и тогда я не кушу вас. Напишите в комментариях, как я прекрасен. И увидимся с вами в следующем видео. И как обычно...
Вы клёвые, бро. Перевод и озвучка виски. Не забудь добавить видео к себе, а также вступай в нашу группу и PewDiePie ВКонтакте. vk.com/club670 78400. Ссылка есть в описании. Ага.